Сзади меня сейчас находится здание Каср Эль-Хосен. Хотите, называйте его замком, хотите, называйте его дворцом. Но именно с этого здания началась вся история великого города Абу-Даби, который впоследствии превратился в огромный и космический мегаполис. С вами канал «Училка физкультуры в Эмиратах». Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. И сегодня мы идем смотреть Каср Эль-Хосен. Поехали! Входим в калиточку. Это большая такая предтерритория для замка или дворца Эль-Хосен. Очень большая. Здесь проходит много праздников. Люди танцуют, веселятся. Есть знаменитые танцы мужчин с палочками. Когда-нибудь покажу вам эти танцы обязательно. Все мы надеемся, что ковид скоро закончится. О, также здесь гуляют с детьми. Просто приходят посидеть под пальмочками. А мы направляемся с вами конкретно посмотреть самое первое здание в Абу-Даби, которое было построено в 18 веке. Именно форт, сам форт, был построен в 1795 году. А, кстати, можете забронировать билеты на сайте. Стоит один билет 30 дирхам, а можно и купить на месте. Что удобно, если на сайте вы бронируете на день. Слава богу, не на время, не надо бронировать 10, 9, 12, а просто бронируете день. И вдруг у вас что-то не получится, поэтому лучше все-таки прийти и купить его так, прямо на входе. Вот такое красивое культурное наследие Абу-Даби. Спереди башни замка, башни форта, сзади небоскребы. Только сейчас заметила, что мой путь пересекает вода. Так бы упала. Сейчас сделаю вам панорамную обзорочку. И небоскребы. И вода. Красиво. Подойдем к замку. Подходим к замку. Еще раз смотрим на форты, которые соединялись стенами. Строение 18 века. Немножко переводим наш взгляд на фантастические строения 21 века. Это Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. Очень-очень-очень круто. Честно, мы пока не знаем, где вход. Очень жарко. Наверное, где-то 30-ка, несмотря на то, что зима. Конец декабря. Вот, ну, никого нет, чтобы спросить. Сейчас будем обходить сам форт, сам замок или дворец Аль-Каср. И вот спрашивать людей. Надеюсь, найдем вход. Все расскажем, не волнуйтесь. Ох, какая красота. Башенка песочная, пироженка просто. Заворачиваем. Вот, наверное, уже охранника видим издалека. Наверняка вход находится там. То есть мы на такси небольшой такой кружочек сделали. Ну, ничего страшного. Мимоза. Растение, похожее на мимозу. Ух ты! Красиво, красиво. И здесь уже вот как бы начинается, написано, звуки пустыни. Да, уже начинается история Абу-Даби. Уже начинается история Абу-Даби, и мы идем ее смотреть. Да, мы правильно определили вход. Вот нас встречают две пушки, которые действительно были и являются артефактами Эль-Касра. И они были сделаны во второй половине 18 века. И все это очень-очень интересно. То есть нас встречают пушки, как настоящие заправские канониры в настоящем замке. Ой, какой красивый вход, смотрите. Мозаика. Еще такие узоры. Очень интересный вход. Ну, сейчас посмотрим, что там внутри. О, конечно же, мне проверяют температуру. И мы идем. Все отлично. Входим в великолепный замок Эль-Каср.
Вот мы сейчас пойдем за билетами. Такой красивый промежуток, где видно сторожевую башню, но сюда заходить нельзя. Называется гейтхаус. Ну, гейтхаус — это входные ворота. Очень красиво. Все еще любуемся узорами, мозаикой. Здесь шум. Еще, наверное, ведутся какие-то работы. Совсем недавно на вход Эль-Хосн был закрыт. И не потому что ковид, он был на реновации. Реставрации. В общем, он был закрыт, а нам сегодня повезло. Все, идем за билетами. Мы сейчас поднялись наверх, где начинается история замка. Тут так все классно сделано, вообще фантастически. Смотрите, сколько таких этажиков маленьких стеклянных. И как все это начиналось. Смотрим, вот такой сначала строение в 18 веке. Начинался небольшой замок Каср-эль-Хосн. Дальше он уже становился чуть больше, чуть больше и чуть больше. Сейчас спустимся вниз, покажу вам конец. Спустились мы с лесенки, чтобы вам показать. Помните, мы шли с этой башенки, искали вход. Да вот это, и здесь вот есть вход. Вот такой он сейчас. Точнее, это его предпоследний вариант. Вот какой он сейчас. Последний вариант замка или дворца Эль-Хосн. Вообще круто сделан. Посмотрите. Целые этажи. Как он был, как он перестроился. Мы входим в здание, и начинается история Арабских Эмиратов. Это на стене, как фильм. Вода. Пальмы. Очень красиво. И пустыня. Начинается история племени Бани-Яс, которая и основала Абу-Даби. Такие крутые интерактивные картинки. Ну и видим такой музей с экспонатами. Все, что удалось найти, все, что осталось от племени. Как они жили, что использовали в быту. Конечно же, племя было кочевное, как и все племена в арабских странах. Очень красиво, именно такое все красивое, чистенькое. Оно, наверное, и было использовано. Вот здесь совсем такое уже такое вот древнее-древнее. Это такой уже даже полумузей. Ой, какая красивая перлина, жемчужина. Отражает ли вам свет? Надеюсь, отражает. Скажем, немножко такого исторического музея. Thank you.
вот такое интерактивное кино про это племя. Идем дальше. Следующий наш объект. Что это такое? Раннее поселение, колонизация. А, тоже такое интерактивное кино. Здесь очень маленькое расстояние, чтобы вам показать. Показывается снова-таки, наверное, история развития Абу-Даби, история развития этого замка. Наверное, как поселенцы приезжали. Очень крутое интерактивное кино. Зашла, стала, чтобы вам показать. Красиво. Просто великолепно. Сама история дворца показывается. Так интересно, сначала черно-белым, а потом уже цветным. Очень здорово. Ходим дальше. Я тут зашла, и мужчина стал говорить. Я так сильно испугалась сначала. Картиночка навелась. Это что у нас такое? Шейх Заид бин Халифа Маджлис. Маджлис, помним, это там, где собирались люди. Как бы такой конференц-зал. Но это не тот шейх Заид, которого мы знаем. Это его дед. Ага, фото было сделано в 1904 году. Да, это дед шейха Заида. Красивые узоры. Ножи, которые очень популярны у всех шейхов в Арабских Эмиратах. И палочки. Палочки — это тоже такой атрибут. Очень хочу показать вам этот танец с палочками, про который я столько рассказываю. Все мужчины его так любят танцевать. Он такой популярный на всех праздниках. Ага, тут, наверное, какие-то... О, письма. Письма шейха Заида первого. Опять-таки повторюсь, это дед шейха Заида. Дед первого президента Арабских Эмиратов. Также здесь показывается оружие, мечи и... Ружья. И пушечка. Вообще такой бомбовый непритекательный зал, очень классный. Нет вот такого, что становится скучно. Мне, по крайней мере, нет. Ой, какой... Но тут мой микрофон уже совсем дал маху. Чтобы поберечь ваши уши, звук просто отключаю и озвучиваю так. Этот серебряный меч, серебряные ножны принадлежали деду шейха Заида, шейху Заиду первому. И также кольцо, которое мы видим, не просто кольцо, это опечатка. Как бы все документы он заверял этим кольцом. Так что вот смотрим, любуемся. Входим в следующий зал. Ох, тут прям такие ворота. Так, шаг назад, чтобы вам их заснять. Я так подозреваю, это одни из первых ворот, которые были в замке Эль-Хосн. Сейчас посмотрим. Начинаю весь обзорчик. Смотрим, да, написано здесь, я вам это показываю контент, а сама смотрю, да, это ворота замка Эль-Хосн. И здесь что у нас? Здесь у нас атрибуты шейха Заида. Шейха Заида, который дед шейха Заида, президента Арабских Эмиратов. Шейх Шагбут бин Султан Эль-Нахаян. Помним, династия Эль-Нахаянов правит Абу-Даби. О, приемничек. Написано радио.
шейха. Очень круто. Письма, документы. Красиво так все сделано. Вот сам шейх Заид I. Вот ворота, они что так закрывались? Такие были. Были строгие. Никто не зашел. Так, еще есть зал. Идем. Все такое современное, интерактивное. Но экспонаты, конечно же, исторические. Наверное, только Эмираты могут такое придумать. Ага, вот трансформация Абу-Даби. Уже как города. Потому что считается, что это первое здание в Абу-Даби, как замок Каср-эль-Хосн, с которого все началось. Ух ты, паспорт. Спешл паспорт. Ух ты, круто-то как. Интересно. А вот уже про шейх Заид Султан бин Нахаян. Это шейх Заид, про которого я сделала очень много видео, и благодаря которому Эмираты стали Эмиратами. Человек, который поделился, человек, который соединил все 7 Эмиратов. Идемте выше. Поднимаемся по ступенькам. Начинаем смотреть. Называется The People of the Palace. Люди палаца. Давайте глянем, что здесь, кстати. О, красиво, красиво. И снаружи красиво, и изнутри. А что я вижу здесь? И четки, и коврики для молитвы, и бинокль, книги. Очень солнце бьет, жалко. Может немножечко отражать в камеру. Документы. Бинокль, арабский нож, светильничек, книги, бутылочки с маслами, конечно. Также чайничек с арабским кофе. Ага, это, наверное, седло на верблюда. Чашки, книги и пустынная утварь, которую использовали в приготовлении. Ага, ну вот такая маленькая комнатка, где тоже показывается быт. Вот мы уже вышли на уличку, а начинали мы оттуда, поднимались вверх, посмотрели экспонат People of the Palace, и сейчас будем смотреть дальше. Скажу сразу, люди есть, пришли человек 10. Очень удачно, что я успела заснять вам контент без людей. Это приятно, что в такое здание приходят и люди, и туристы. В общем, здорово. А, кстати, внутри холодно. Я уже одела курточку, как обычно, лайфхак. Идем куда-то в Эмиратах, в молл или в музей, берем с собой вещи, потому что холодно. Возвращаясь через зал, я увидела, что здесь кольца первой дочери шейха Заида. Изумруд и рубин. Очень красивые. Вот, я не заметила, но Наташа меня остановила, и я засняла вам эти прекрасные изделия. Обошла еще раз здание, посмотрела еще раз экспонаты. Можно также выйти с другой стороны. Вот. Сейчас все равно пойдем туда, куда мы хотели. Любуемся, да? Старинная башня на фоне крутого небоскреба. Просто волшебно. Давайте пойдем посмотрим вот в дверцу в эту вот. Она открыта. Что открыто, то не запрещено. Написано «История Watch Tower». Башни смотрителя. То есть именно на эту башню садили самого глазастого паренька. Because the nest.
сторожевую башню посмотрели. Идем дальше. Споворачиваем. Ого, какая красота! Не ожидала увидеть такое, не ожидала, честно. Это действительно дворец или средневековый замок. Не буду сравнивать ни с чем. Не была я в Риме. Напоминает даже не Колизей. Нет, я не буду сравнивать. Это замок Каср Эль-Хосн в Абу-Даби. С чего же начать осмотр? Так, вон открыта в башенке дверца. Есть лесенка. Пойдем и узнаем, что там. Вот и посмотрели мы сегодня только первую часть. Первую часть о нашем путешествии в замок или дворец Каср Эль-Хосн. Подписывайтесь, ставьте лайк, не пропускайте вторую часть, комментируйте. Всего вам доброго!